наверное, ностальгия у людей, кто этим пользовался. Поэтому сейчас постепенно технология это возвращается. Да. Сейчас снова можно купить и фотобумагу вот такую, можно купить вот такие вот у нас, тогда продавались вот таких вот прям таблетках, вот эти вот фотофиксаж, вот у меня тут кислый, да, называется. Ну, такие же примерно подавались в таблетках или в пакетиках для проявки пленки. Как и что было, и как и что стало, как наша технология развивается, и как у нас человечество, в принципе, развивается. А почему люди возвращаются все-таки к печати пленочной, да? На это вот тоже вопрос открытый. Да, это не только ностальгия. Поэтому, да, об этом можно, наверное, разговаривать и нужно с профессионалами. Вот наш фотограф, который сейчас сидит вот в холле библиотеки, который печатает уже с старым фотоаппаратом, и делает фотографии, вернее, старым фотоаппаратом, тут же при вас их проявляет и печатает. Я думаю, он сможет ответить вам на этот вопрос, почему именно вот он все-таки вернулся вот к этим технологиям. Почему у нас стоит именно портрет Гагарина? Потому что по роду своей деятельности все, кто, так сказать, осваивал космос, да, начиная с космонавтов, должны были, и часть работы была это видеосъемка, и аэросъемка, они учились фотографировать, и они очень любили в результате фотографировать. Ребята, у меня самые прекрасные ощущения. То есть вот я молю Бога, чтобы мы все это не забыли. Так мне нравится этот процесс, ни с чем не сравнить. Желатиновые отпечатки, монохромные, прекрасно сделанные. Ретро-фотографии публикуются в интернете, я все досконально просматриваю, потому что дико нравится. Прекрасно. На память о библионочи нашей. Меня зовут Дмитрий Красновский, я преподаватель, я художник, дизайнер, фотограф, видеограф. И буду показывать, как рисовать, как создавать образы, как создавать, собственно, театральные декорации для спектакля, которые сразу после нашего мастер-класса будет, и мы сможем прямо сразу посмотреть, как на сцене это все работает. Вот. Меня просто знакомые позвали, сказали, вот будет очень интересный ивент, мероприятие, «Библия ночи». Я подумал, что почему бы не провести один из вечеров, так сказать, с пользой. Тем более субботний, выходной, почему нет. Интересный опыт, ну, думаю, что буду стараться почаще заглядывать в библиотеке уж тем более. Гайтаны, рясны. Всегда про гайтан говорили. Наденешь гайтан, будешь жить 100 лет. Итак, визитная карточка театра украшений рясны. Красно солнышко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
отрасли за вклад в развитие культуры Бекташева Наталья Владимировна. Нашу сменную ведущую, без нее таким ярким бы концерт не был, конечно. Это заведующая детской библиотекой 242 нашего округа ЗАО. И также лауреат правительства Москвы за вклад в развитие культуры Елисеева Татьяна Юрьевна. Великолепно, извините, это очень красиво. Чем праздник? Сейчас будет представлена такая творческая мастерская стилиста Светланы Коган. А вот, ну, вряд ли вы когда-нибудь в России могли бы увидеть мужчину в косоворотке или девушку в кокошнике. Ну, согласитесь, национальный костюм в повседневности будет выглядеть скорее экстравагантно. Ну, это вот у нас в России, нежели модно. Но обращение к традициям, особенно вот в последние годы, один из трендов в современном дизайне. Если спросить любого человека, чем отличается наш народный костюм, то каждый скажет, это рубаха, это сарафан и это, конечно же, кокошник. Хорошая вечер, приятная обстановка, хорошая энергия. Буду заходить чаще. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, где как солнце по утрам. Пусть она заходит дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам. Елена Светлова. И Дмитрий Грязнов. Библиотека «Образ». Это необыкновенно интересное творческое место. И оно настолько вдохновляет, что просто тут растворяешься в творчестве. Спасибо большое. И спасибо всем зрителям. Командная работа. Да, да. Конечно, командная, вы знаете, одна беспокоит, болит, о чем тревожится душа. Только это стоит читать. Книжка с брелком «Библио» ночи. Да, библиотека «Образ». И у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Идеален во всем. Муслим Магомаев – это не только красивая музыка, это человек, который содержал в себе синтез разного вида творчества. Он очень красиво рисовал, занимался скульптурой.
вот это, да, мы старались показать именно вот это, я надеюсь, что у нас получилось. Да, Нармина. Да. Да, да, слышно. Да, да, у вас это получилось, мне кажется, очень хорошо. Да, знаете, я еще не знаю, всем ли было понятно, Джованда и Налэ, это вот тот самый джаз-мен, который рассказывал о том, как они ходили, собственно, вместе ужинать, какой он был щедрый человек, да, как его называют, настоящий восточный мужчина. Вот это слово «кищи», да, о котором говорит Джованда и Налэ, это что у многих, наверное, возникло, ну, возник вопрос, что это за слово, это азербайджанский перевод означает «мужик». Даже не мужчина, а именно мужик, то есть настоящий восточный мужик, который вот именно отличался своей щедростью, что действительно он мог и незнакомых людей посадить во стол, за всех там заплатить, знаете, всех угостить. Вот это и был, в общем, Магомаев. Моменты, о которых никто не говорит, о которых мало кто знает. Поэтому, вот, собственно, если вкратце, то как-то так. Нармина, от имени еще раз всего зала хотим вас поблагодарить за вашу работу. Мы узнали даже еще, помимо творчества Муслима Магомаева, еще о ваших планах. Это действительно здорово, действительно очень интересный человек. Еще раз все в зале вас благодарят. Аплодисменты для вас. И мы прощаемся с вами. С вами была библиотека 243 «Образ». Спасибо за включение. В дальнейшем, как говорится, будем дружить, будем общаться, поэтому, Светлана Викторовна, и вам огромное спасибо, была очень рада с вами познакомиться, пообщаться, спасибо вам огромное. Спасибо, Нармина, очень приятно было вас слышать, очень интересные, конечно, да, ответы на вопросы, ну, как сам ваш фильм, собственно, да. И да, спасибо, что вы в такой поздний час нашли такую возможность ничего с нами страшного, развернуто пообщаться. Смотрели фильм? Да. Вот это вот мне очень понравилось. Это вот это новое, новое ощущение для меня. И свежие эмоции. Я очень люблю его творчество. И да, мне было приятно узнать о нем чуточку больше. Мнение друзей услышать. И снова услышать его песни. Ну, слушайте, после такого ковидного ограничения, когда мы впервые встречаемся в очном формате, мне кажется, это очень клевый формат. Мы вышли из онлайна, и теперь, в общем-то, можем очень встречаться. Да, и, по-моему, это очень здорово, что действительно в таком формате можно живое общение, да, прямое, ну, чуть-чуть трансляции, да, и, в общем-то, все очень здорово. Были рады общению с режиссером, интересный авторский взгляд. Женская режиссура – это всегда, ну, интересно, во всяком случае, необычно. И так как данная картина говорит о нашем общем культурном наследии, как части мирового культурного наследия, так и нашего советского наследия. Поэтому приятно будет увидеть режиссера в библиотеке, пообщаться о дальнейших творческих планах и слушать хорошую классическую музыку, академический вокал. Творчество остается жить, несмотря на всякие ковид и все другие ограничения, и за то, что есть возможность собираться именно в библиотеке, как в культурном учреждении, которое, надеюсь, еще будет долго существовать, и даже молодое поколение еще вырастет на ценностях московских библиотек. Что, пишем, да? Влада, ну вы так затейник такой. Я благодарю руководство наше. Я не буду называть имен, фамилий, потому что наше руководство всем известно. И сегодня мы имели честь пообщаться лично с нашим руководством. Благодарю всех читателей, библиотек, которые сегодня нашли возможность не уехать на отдых, а остаться в библиотеках, поддержать библиотеки и культурно с ними сегодня развиваться на наших мероприятиях, творческих встречах и так далее. Ну вот, я благодарю сегодня отдельно Нармину, режиссера, которая дала нам возможность опробовать новые технические направления, технические средства. И благодаря вам, Нармина, мы сейчас учимся, так сказать, набирать обороты в той части технических средств и возможностей, с которых здесь начиналось
начинался проект «Образ» 4 года назад, и, так сказать, развивать дальше это направление. То есть вот режиссура, видео, от фото к видео мы сейчас вот, движемся постепенно, и благодаря тоже в том числе общению сегодня по телемосту с Нарминой, режиссером прекрасного фильма о Муслиме Магомаеве. Спасибо всем, спокойной ночи!